Всем здорова! Сегодня я буду гриферить крайне необычной ловушкой, о которой вы даже не догадываетесь. Она что, невидимая? В общем-то, перед началом видеоролика, подпишись на канал, также поставь лайк. Давайте здесь наберем 500 лайков. Я знаю то, что вы можете это сделать, поэтому давайте. Собираем 500 лайков и выходит сразу новый видос. А как вы знаете, обещание я держу. В общем-то, смотрите, обозреваем мою ловушку. Я думаю то, что вы уже поняли, что это связано с домами, но как бы это не так. Смотрите, в чем прикол. Мы телепортируем куда-нибудь вот сюда вот человечка, бежим сюда и смотрите, в чем прикол. Мы забегаем в это отверстие, получается, выбегаем вот сюда и смотрите, в чем главный прикол. Здесь, значит, у нас заборчик, и у нас разветвляются пути. Либо мы бежим в свой дом, да, либо же бежим сразу туда. Если я выберу вот этот вот путь, да, то есть во второй дом, то мы закрываемся здесь, закрываем вот этот вот вход, чтобы он сюда не пробрался, этот челик. Он, естественно, захочет сюда телепортироваться, и смотрите, что произойдет. Оу, там алмазник, надо его наказать. Ну-ка, кину пирочку сюда и... Оу, нет! Что это за ловушка? Примерно так. Но, если на эту штуку он не поведется, я просто выбегаю отсюда вот так вот быстренько, он меня пару раз ударяет, мы бежим вот сюда, по этой тропиночке. Значит, бежим, бежим, как бы непримечательный вот такой вот лес у нас, да, есть. Мы снова же бежим, 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 смотрим, вот здесь вот есть блок, это наш будет ориентир. Мы, значит, забегаем вот сюда, быстренько вот так вот прыгаем, здесь ставим блок, и, в принципе, он попадает в нашу ловушку в один блок. Кстати, а где здесь проход? Я не помню. А, все, все, понял, понял, understand. В общем-то, сорян за такое долгое вступление, погнали к грифу. Ну-ка, грифу, к трапке, скорее всего. Да, к трапке. Итак, к нам телепортируется первый челик, это Даша Собова. Не понял. Так, ладно, ребят, ну как бы, Даша, хорошо. Она у нас, значит, почему-то разделась. Кто включил день? Алло. Стоп, включили день, а почему у меня ночь? Чё за бред? Так, смотрите, она разделась и, в принципе, она достала топорик. Хорошо, все, ребятки, мы должны из нее выбить топорик, поэтому мы просто вот так вот ее фигачим по-быренькому. Забегаем в нашу вот эту вот халупу, получается, и вот здесь ее закрываем. Все, не сбежишь от меня. Теперь мы ее открываем, вот так пинаем, то есть провоцируем, чтобы она вот так вот. Оп, о, нет, типа, убегаем. Убегаем. Получается, у нее нет пера, как я знаю, как я понял, да? Ой, там типок. Черт, там типок. Так, ну ладно, значит, мы делаем вот так вот, значит, пинаем ее и вот так вот просто убегаем. И там, ребят, типок, там алмазник, черт. Убегаем. Просто, ребятки, убегаем и смотрите. О, Дашу Собову подожгли, и мы ее можем даже убить. И. Да, минус. Ребят, смотрите, долговечная сумка. Что с нее выпала? Долговечная сумка. Что вообще тут происходит? Так, ладно, ребятки, убегаем, посмотрим, что в этой долговечной сумке. И здесь, ребят, здесь ничего нет. Но это сумка. Я, правда, не знаю, сколько она стоит. И вообще, стоит ли она что-то. Но это офигенно, ребят. У меня есть сумка. Значит, сложим ее в свой эндер-сундук и... А, блин. Точно, я ее не смогу сложить в эндер-сундук. Нехорошо двери открывать в чужих регионах. Это мой регион. Короче, значит, мы телепортируемся на Home 1 и, ребятки, складываем вот эту штуку в свой дом. Или я не смогу сложить? А, отлично. Блин, что делать? Так, ребятки, ну смотрите, там по курсу у нас алмазник. И в принципе, давайте попробуем его загасить. Я знаю то, что, ребят, это очень жесткий челик, но... чем черт не шутит? В общем-то, все, убегаем. Просто, ребятки, убегаем от этих наглых типов. Главное, чтобы ему сумка не досталась. Вот так вот закрываем дверьки. Братан, не надо, не надо. Нужно как-то этого челика провоцировать вот сюда, чтобы он сюда кинул перышку и как бы попал в ловушку. Ну, а я пока что перекушу рыбки. Вот так вот. Еска, ноль. Да, Еска, и что? Детектив, пошли ПВП на рек. Нападай. Итак, ребятки, он сейчас будет кидать перку. Да ладно, стоп. Он будет кидать перку или нет? А ну-ка, ребят. Да, черт, он кинул перку, нет! Ребята, он прошаренный. Он, видимо, понял то, что там какая-то ловушка и решил, значит, кинуть перку. Но теперь он отсюда вообще, ребятки, никак не выберется. Главное сейчас как-то вот этого челика выпустить. Все, отлично. И теперь будем давать этому челику постоянно кулдаун и можем его, в принципе, загасить таким образом. Ну, точнее, попытаться хотя бы его загасить. Мы просто будем телепортироваться на Home, будем убивать этого типа и... Все. Отлично, ребятки, он вышел. Блин, мою сумку забрали, там же... Ай, блинский, она, наверное, дорогая была. Это все из-за тебя. Если бы ты тут не появился, этого челика бы здесь не было. Госскрин. Ты чё, какой скрин? Из-за тебя я встрал сумку офигительную. Ты чё, офигел? Так, короче, о, этот челик убил же своего челика. Короче, бежим. Ребят, просто бежим. Кстати, почему здесь территория так выделилась? Тю. Так, это челик... Ребятки, этот челик тоже за мной бежит. Мы делаем вот так вот, потом такие... Ой, типа залагали, потом бежим в другую сторону и вот просто, ребятки, давайте его
его попробуем как-нибудь загасить. Вот так вот, на. Убегаем куда-нибудь в глушь леса. Просто вот так вот бежим. Главное, чтобы он меня, ребятки, не ударил последний раз, потому что у меня нету блока в инвентаре, и я не могу поставить блок. Короче, просто вот так вот бегаем, как бы не вызываем у него никаких подозрений на этом лесу, потому что, возможно, я его еще смогу сюда спихнуть. Нам сейчас главное немножечко выжить, да, получается, забежать в какой-нибудь домик мой, один из двух, и, в принципе, здесь перекантоваться. Вот так вот, да? Вот так, хопа! Ой, тише. Ребятки, немного потянем время, Опа, ничего себе, Тянем время, ребят, мне нужно, чтобы колдаун прошел. Так, и смотрите, он снова осматривает территорию, не хочет, видимо, сюда кидать пюрочку. Но мы, в общем-то, что? Мы вот так вот закрываемся, пишем хил. Ой, черт! Он меня еще и загасил плевком. Отлично. В общем-то, пишем снова хом-хом 1. И теперь, ребятки, нам нужно просто какой-нибудь блок. Один блок вообще любого. Можно хотя бы земли, вообще абсолютно пофиг. Значит, поэтому я вот здесь вот копаю эту земельку, да, и просто, ребятки, тут еще один челик, отлично. Все, давайте, надо кого-то загасить. Два алмазника, ребятки, ну это уже не хухры-мухры. Мы, значит, бежим в наш лес. Главное, чтобы за мной вот эти челики побежали. Немножечко останавливаемся, вот так вот. И, в принципе, чё? Они просто здесь стоят. Возможно, они поняли то, что я... Ай, ты чё, офигел плеваться? Я тоже умею плеваться. И, ребят, смотрите, все, первый челик есть, отлично. Вот, черт побери. Ну чуть-чуть же, совсем чуть-чуть не хватило. Теперь они знают про эту трапку. Вот же ж, блин. Еще бы чуть-чуть, и я бы их смог загасить. Ну что за невезуха? Ребятки, принимаем челика. У него есть сумка, и мы его сейчас можем загасить и получить сумку свою обратно. Я посмотрел его инвентарь, и, ребят, у него есть моя сумка. Я хочу ее вернуть обратно. Все, отлично. А где сумка? Чего? Я же смотрел его инвентарь, и у него была сумка. Что за фигня? Ребят, алмазник, отлично, отлично. Бежим. У него, я посмотрел его инвентарь, у него, к сожалению, ребятки, к большому сожалению, нету перок, поэтому моя вот эта ловушка будет неэффективна. Мы просто, ребятки, с вами вот так вот бежим. Главное, чтобы он ничего не понял, точнее, не заподозрил. Просто вот так вот бежим, он за мной. Отлично. План мой работает. Мы вот так вот забегаем сюда, вот так вот хоп. Отлично, все, ребятки, есть. Так, теперь надо спуститься, только осторожно спускаемся, чтобы меня не загасило. И вот так, все, отлично. Даем ему колдаун. Ты чё? Чего? Почему я его не могу... Вы это видите, ребят? Что? Я его... О, все, отлично. Дал ему кулдаун, значит, все. Теперь мы его, ребятки, здесь загасим. Я не знаю почему, но у него не давался кулдаун. Вот, все. Поэтому, смотрите, он написал: ладно, для ролика сольюсь. Да какой для ролика? Я тебя и так бы слил. Так, давайте вот эту штуку сломаем, потому что она мне, видимо, мешает. И она, смотрите, как долго ломается. Черт! Так, ну в принципе, за 15 секунд я ее смогу сломать, поэтому вот так вот ее ломаем. Давай, быстрее ломайся. Давай. Все, отлично, сломали. И, братишка, здорово. Главное, чтобы он меня сейчас не загасил. Вот так вот просто фигачим его по ножкам. И, ребят, все, отлично, у нас есть первая броня. Ломаем, значит, вот этот верстак, все, забираем. У нас есть теперь Z1, ребятки. Я понимаю то, что он слился ради видоса. Я чё, тупой? Ребят, смотрите, в чем рофл. Я мог вот так вот сделать и его зажать, а я забыл про это. Но вот рил тупой. Но какая разница, ребят, у нас уже есть, получается, алмазка. К сожалению, шлема почему-то нет. Возможно, я ему сломал шлем, но неважно. Но, в общем-то, ребят, ловушка работает. То есть у меня ловушка в ловушке. И, ребят, посмотрите, насколько это эффективно. В вашем доме должно быть как минимум 3 ловушки, чтобы себя обезопасить. Ребят, какой-то здесь типок. А, смотрите, это ребятки, какой-то ноунейм. Ой, какой ноунейм? Точнее, это какой-то, ребятки, голенький, но у него есть какой-то топор. В принципе, если постараться, можно его догнать, и у него, ребятки, у него есть яблоки и... О! Смотрите, набор стража, моя кепка, отлично. Итак, смотрите, что мы себе надыбали. Это, получается, зелье силы и также яблочко. О, еще и топор. Ребят, вообще офигенно. Даже никакие ловушки не нужны, просто обычное честное ПВП. Ребятки, быстро телепортируем челика, у него есть перки, и это меня не может не радовать. Главное сейчас просто его немножечко продамажить, и чтобы он меня немного продамажил. Смотрите, он кидает перку, да, откидывает перку, и чтобы... Чтобы что? Чтобы, короче, ну, не попасть в ловушку. Он все-таки думает, что здесь это ловушка, но, братан... Она же не здесь. В общем-то, ладно, мы бежим, не подаем виду то, что здесь как бы ловушечки. Просто забегая в нашу вот эту халупу. У него, ребятки, есть перлы, поэтому это отличный шанс просто вот так закрыться. Вот так вот и забежать в свою ловушечку. Теперь, ребятки, мы просто ждем, что он будет делать, что он будет предпринимать. Он, смотрите, ребят, перки, отлично. Главное, чтобы он просто сейчас ко мне залетел и как бы, ну и все. Давай, кидай сюда ловушку. Ах ты ж тварина! Он, ребятки, посмотрел, что здесь ловушка есть. Блин, вот не люблю
Майнкрафт за это, то, что можно смотреть, где есть ловушки. Ну ладно, ребятки, у меня всегда есть еще один шанс, и смотрите, он куда-то ливнул. Неужели он потратил последний пер? Да, ребятки, он потратил последнюю перку. Я знаю эту трапку. Ну и ладно, зато ты еще одну, братишка, не знаешь, которую я тебе еще не показывал. Поэтому давайте мы ему сейчас немножечко проносим, и смотрите. Так я его сейчас... Я могу загасить! Давай! Да, ребятки, да, минус типок! Трапка не сработала, но я же его убил. Отлично. И, ребятки, смотрите, это было защита 2 и защита 3. Оно еще и защита 1 и вообще без защиты. Но неважно, ребятки, у меня офигительные шмотки теперь. Мы, естественно, телепортируемся на Home 1, складируем эти все шмотки вот сюда вот. Точнее, складируем вот это и вот это. Да, остальное все на себя напяливаем. И также, ребятки, с него выпала острота 4. Но это просто офигенно. Еще и набор властелина. Блин, ребят, я в шоке. Я без ловушки могу челиков убивать. Круто. Это круто. Итак, ребятки, принимаем типа. Он алмазник, отлично, и у него есть перки. Так что давайте мы сейчас с ним типа будем пвпхаться и... Ребята, он залагал... А, нет, отлагал. Все, отлично. Здесь какой-то типок, убиваем его. Как он здесь появился, непонятно. Так, в общем-то, ладно, дадим ему себя немножечко погасить, потому что... Ну, чтобы втереться в него в доверие и... Ребят, он мне сейчас может вполне слить, кстати говоря. Так, ладно, все. Ребятки, я наигрался. До свидания. До свидос. Не надо. До свидания. Не хочу, не надо. Здесь еще какой-то типок. Так, ладно, если он не поймет, что это за трапка, я воспользуюсь другой ловушкой. Но пока что этот челик меня не бьет. Неужели они в союзе? Мне, ребят, это не нравится. И смотрите, он... Как он прошел мой дом? Так, выходим. Ребятки, быстро. Бежим. Вот сюда вот, на дерево, на другое дерево. Отлично. И, так, блок. Все, отлично, блок есть. Они вроде бы как за мной бегут. И вот делаем так и ставим блок. Черт, нет, я не туда блок поставил, черт. Так, ладно, ребят, еще не все потеряно, давайте Home 1. А хотя, так они видели трапку, уже все потеряно, блинский. Так, ладно, я броню не буду брать, просто посмотрю, что они там делают, потому что они, видимо, там пехались. Либо челик пил баф, чтобы меня загасить. Я еще и баф просрал, ребятки, там у меня бафа нету. Так, ладно, смотрим, может кто-то попался в ловушку, но... Смотрите, мне оставили мою бронь, походу. Да, ребятки, мне оставили мою бронь. Спасибо, ничего себе. И смотрите, снова этот челик попался на РТП. Ну как так происходит, а? Ребятки, здесь по ниру какие-то есть типки, которые, кстати, я уже гасил. Нет, которые меня гасили, да, так будет правильней. И походу, ребят, у них здесь какой-то замес. А нет, челик просто стоит. Отлично, ребятки, сейчас мы его будем сливать. А ну-ка, иди сюда. Перочки. Ребята, он что-то пьет. Не что-то, а силу 2. Так, ладно, мы быстро вот так вот, ребятки, блок земли. Все, до свидания. Нет, какой... Что? Почему я в это болото ливнул? Я не должен. Нет, тише. Просто, ребятки, ливаем на мою ловушечку. Сначала надо на первую, потому что у него есть перки. Вроде бы как я ему еще ее не показывал, поэтому есть все шансы, что я могу его туда затравить. И вот так, забегаем. Забегаем. Все, хорошо. Успели. Так, давайте что-нибудь здесь полазим. В сундуках, типа мы лазим здесь. Типа ищем что-нибудь и смотрим вообще, что там происходит. Вроде бы ничего. О, нет. Только не так. Только не кидайте перку так. Нет. Выбегаем, ребятки, выбегаем. Нет! Их здесь трое, черт! Запираем одного. Выбегаем. Блин. Меня просто убил, да, огонь, отлично. Ну, так нечестно, ребят, они знали про эту ловушку, кто-то им, видимо, рассказал, что здесь у меня ловушка, и они собрались чисто кланом. В этот челик мне показал то, что где-то там, а, ребятки, они, по-моему, мои ресурсы даже не трогали, а ну-ка, есть ресурсы? Нет ресурсов, черт. Так, ну и что теперь мне делать? Мне ждать, пока они ливнут, или что? Давайте просто зайдем вот сюда и будем просто ждать. А, слушайте, опа, блин, не успел подобрать, опа. Опа, ребята! Нет. Мне дают бронь, ребят, защита 4. Просто становитесь ютубером и получайте такие же шмотки. Я, конечно, ребятки, поступлю очень по-свински, но смотрите, что я сделаю. Как бы мне эти шмотки, как бы, ну, не очень важны. А я, короче, знаете, что сделаю? Я возьму тотем, которого у меня нету, кстати. Нет, давайте сначала я сложу вот эти вот шмотки, потому что они, как бы, мне особо не нужны. И вот здесь вот сделаю дырку. Вот так вот. Типа непримечательная дырка. И вот здесь сделаю еще дырочку. Вот так вот. Так, теперь мы просто, ребятки, ждем, пока они сюда ворвутся ко мне, потому что я здесь могу поставить кристалл и их убить. Нет, ну хотя бы попробовать убить. Так, смотри, он мне кидает тотем. Отлично, ребятки. Сейчас будет просто подстава года. О, здесь еще тимпич. Отлично. Так, смотрим.
Черт! Ну почему? Нет! Так, ладно, здесь Тимпич. Давай, Тимпич, давай, ливай ко мне. Он меня через двери бьет, ему вообще пофиг. Ловушка Жокера. Ну да, получается. Так, ладно, до кристалла его, видимо, не получится взорвать, поэтому давайте мы вот так вот на него бежим и просто, ребятки, отсюда ливаем. Ливаем, типа, создаем вид, то, что мы от него ливаем, но на самом-то деле, ребятки, мы бежим в свою ловушку, и вот давайте где-нибудь здесь будем вот так вот пехаться, вот здесь вот где-нибудь поставим кристалл, вот так вот, оп, оп, блин, ладно, не прокатило, мы, значит, вот так вот делаем, и делаем... Ну да чё, ну чё, ну почему, блин? Ладно, хорошо, до свидания, давай, тогда. Тотем, чёрт, нет, тотем. Так, хорошо, ребятки, он попался в ловушку. Быстро, пишем want. У нас есть 15 секунд, чтобы он оттуда не ливнул. И быстро, ребятки, просто быстро. Где мы, как, почему, так, быстро. Почему я там не поставил сетхом, вопрос? Давай. Да, все, дал КЛД, вот так вот делаем, вот так вот, и, браток, все. Чего? Я умер снова от огня, ну ладно, ребят, у меня снова есть 15 секунд колдауна, и просто бежим снова к нему вот так на всех скоростях, потому что 15 секунд, ребят, всего лишь 15 секунд. В принципе, я смогу его загасить, он почему-то в эту ловушку попался, я, правда, не знаю почему, но, его, что, как... Как они ливают с таких ловушек? Вопрос... хорусом, ребятки, там... Там пещера, черт! Итак, ко мне, ребятки, какой-то очень жесткий типок телепортируется. Мы его телепортируем, вот так вот фигачим, вот так вот. Я надеюсь, что он ко мне еще не телепортировался. По-моему, телепортировался, кстати. Так, он хочет со мной затимиться, но, братан, я тебе не дам со мной тим. Он мне выкидывает мячик, отлично. Он еще и бронь выкидывает, отлично, ребятки, все! Смотрите, просто ребят, легчайшее Z5! Что? Кажется, трапка даже не нужна. Ребят, смотри, мне еще вещи дают, просто, ребят, Protection 2. Ребят, мендинг, что происходит, ребят, смотрите, какие шмотки. Как вообще это работает? Я даже, ребятки, ловушкой не пользуюсь-то, в принципе. Так, ну ладно, здесь еще какой-то челик меня телепортируется, он этот, кидстартер, мы его даже, ребятки, даже ловушку не будем на нем тестировать. Тимпич, так. Тимпич, я надеюсь, то, что у тебя есть перки, и ты захочешь со мной ПВП. Поэтому давай-ка я вот так возьму щит, получается, вот так вот, да, и немного приоденусь. Давай с тобой честное ПВП. Ну как честное, чуть-чуть честное, чуть-чуть, правда, нечестное. Но это не важно, абсолютно. Сломаем ему вот таким вот образом щит и будем его уже фигачить мечиком. Вот так вот щитом, да, ненавижу щиты, правда, но ладно. И просто будем вот так вот его, ребятки, критовать будем. Вот так вот, он взял, кстати, топор. Ты чё? Я тоже могу взять топор и начать тебя фигачить, сломать тебя щит. Точнее, и начать тебя фигачить вот так вот мечиком, вот так, на, вот таким вот образом. Но, ребятки, это все, конечно, прикольно, это все весело, но мне нужно в свой дом, до свидания. Я вот здесь вот ломаю, вот так вот, кстати, здесь была калитка, ладно, все, до свидания, не надо. И я очень надеюсь, что у Тимпича есть перки, поскольку, ну, это ловушка на перках. Ребята, я придумал, смотрите, я сейчас взял специально перки и вот сделаю вот так вот, да, то есть выйду из своей ловушечки и начну его фигачить, и вот, типа, вот так вот сделаем, и вот здесь оставим вот так вот перочку. Вот так вот оставим перку и побежим. Ребят, ну это имба, ну серьезно же. Все, теперь вот тут вот проход мы закрываем чем-нибудь вот таким вот камнем. Например, вот так вот, все, закрыли. Сюда больше входа нету, даже не надейся. Ну или, кстати, мы можем здесь кристалл поставить. А кристалл есть или нету? Подожди, меня слили с кристаллом. Черт, меня слили с кристаллом. Я очень надеюсь, то, что он сейчас... Вот, посмотрите, он мне возвращает ресурсы. Отлично, смотрите, ребятки, это моя затройка, отлично. Но я тебе дал перлик. Неужели ты его не хочешь сюда заюзать? Ну-ка, на. Давай, теперь юзай перлик. Ну давай, ну проникай ко мне. В общем-то, ребятки, если вам понравилась данная серия, поставьте лайк, также подпишитесь на канал. Да, очень мало контента, но, по-моему, было смешно. А главное, что было смешно. Играл я, в общем-то, на крафтью. IP есть в описании. Присоединяйтесь. На этом все. Удачи. Пока.